Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Геральт Танк. Заберем с тобой наградочки. Два гемчика. Мало, конечно, но что есть, то есть. Так, мне сказали, что у нас тут есть небольшое обновление, да? В плане того, что 2 на 2 можно играть. Так, ну, мы вначале с тобой съездим вот в этот режимчик. Я еще здесь не закончил. Так, ну-ка. Отлично, первое попадание было за мной. Так, тихо-тихо-тихо, бро, куда ты лезешь-то? На, выкуси-ка. Ну, тебе крышка, парень, я тебе скажу одно. Все, доигрался ты. Докатался, так скажем. Так, а что у нас с тобой? Ну, неплохо, до 30 тысяч монет я с удовольствием хочу взять. А потом еще 700 кристаллов. Вот это будет шикарно. Только здесь интересно как-то, да, у них получается. Смотри, здесь 30 тысяч монет дается, а здесь почему-то 26. На понижение, а не на повышение. Странно как-то. Ладно, давай еще сыграем. Так. Кто на этот раз нам в противнике достанется? Надеюсь, не особо мощный. Дайте мне этого. Как он там? Самый первый татанк, я уже забыл, как его. Тихо, тихо, что там за... Что там за... Геральт. Или как его там, я уже забыл. Слушай, ну в принципе все, ребят. Кенни оригинал. Отдуплится сейчас. Даже попасть не может по мне. Пока. Разнесли в хламину. Так, сколько нам еще нужно с тобой? Три победы получается. Ну, три победы это не так уж и много, на самом-то деле. Главное не сфейлиться, вот что. Не хочу попасть в какой-нибудь просак и сдуться на ровном месте. Фейт. Руби. Где там этот Руби? Что у него за танк? А танк у него такой же, как у меня. Попал я ему. Попал, друзья мои. Еще попадание. Так, он начинает мельтешить. Слушай, неплохую тактику он выбрал. Я не знаю, есть ли у него защита, но у меня она точно есть. Он, наверное, не ожидал, да? Так ему и надо. Отлично. Продолжаем. На этом не останавливаемся. Все идет у нас хорошо, все отлично. И переходим к следующему противничку. Повар Джек. Назвался-то как Повар Джек. Где там этот Повар Джек? Я понял. На, попадание есть. Еще попадание. И... Так, тихо. Куда ты там собрался-то? Парень, куда разогнался-то? У-у-у, да у тебя перелетают снаряды. Парень, на. Бинго. Так, еще плюс 6. Так, едем далее. Едем с тобой дальше и смотрим. Так. Кривакси. Вот так вот. Кривакси у нас. Так, Т-34. Попал по мне, ты посмотри. Вот что творит, жучара. На. Все, потерял он преимущество, ребят. Разносим. Бинго. Просто в мясо. И вот они. Вот они, 30 тысяч карманных денег. Поехали далее. Я уже настроился на кристаллы. На 700 штук. Неплохой, кстати, будет куш, да? В 700 кристалликов-то. Угу. GK Productions против нас. Попал. Попал. Так, тут не попал. Попал. Так, друзья мои, разносим его. То, что он там катается, это все ерунда полная. Попали. И добивать стоит столько лишь. Бинго!
Так, игра уже третий раз влетает, и мне это не нравится. Совсем не нравится. Так, ну что, поехали дальше. Была одна победа, да? Нам нужно еще сколько? Четыре. Данил Геррера. Где же ты там, Данил Геррера? Покажи. Кто-то из подписчиков спрашивал: Рэй, а здесь только один режим такой? Нет, ребят, тут режимов много. Но я на рейтинг играю, потому что мне нужны кристаллы. Все, минус. А кристаллы зарабатываются только здесь. Причем довольно неплохо. Так, ну что, повышение уровня плюс 4. Значит, нам нужно еще 3 победы. Это не так уж и сложно, в принципе, если вот из такого расклада, что у нас сейчас идет, да вообще топчик. А вот здесь... А вот здесь я не знаю, как я буду попадать. Ну-ка. Попал. Челябинец, ты что ли? Опа. Так, 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 так. Ты решил схитрить, да? Хорошо. Че, не ожидал, да, челябинец? Не ожидал, я так и понял. Ну что, пора с тобой заканчивать уже там. Мелочь-то пузатая. Так, не попадаем, да? Готов. Как говорится, в невидимой зоне ушлепал его. Теперь я понял, у меня игра влетает именно в тот момент, когда должна запускаться реклама. Не знаю, почему реклама не проигрывается, просто вылетает на рабочий стол. Интересно. Ладно, главное, что мы с тобой не теряем ничего. Я имею в виду в плане наших достижений. Так что пускай вылетает. Мне не тяжело перезайти в игру. Вы этого даже не увидите, потому что это все будет вырезаться. А вот то, что он попасть по мне хочет. Так, мы открыли счет, ребята. Блин, он тоже открыл. Так, продолжаем. Кто кого передамажит, что ли, парень? У-у-у. Ну я тебя поздравляю. Ты доигрался по ходу дела. Амиго. Так, друзья мои, еще одну победушку. Еще одну победушку и все, 700 кристаллов будет в кармане. И зайдем в магазин, глянем, что там почем. Фух. Так. Давай, 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 быстрее. Литерати. Какой-то литерати у нас тут. Поехали. Так, этот танк. Ну что ты тут пыхтишь? У меня такое впечатление, что если я куплю новый себе танк, у меня будут противники намного круче, чем сейчас. Хотя это не факт. Разнесли в хламину. Ну что, а вот, друзья мои, и победа. 700 кристаллов. А почему не дали приумножить их? Почему так? Блин, я же хотел пойти посмотреть режимы другие. Ладно, давай сыграем еще одну битву. Зайдем в магазин еще, кстати. Хавк, ястреб. Мы против ястреба, ребята. Я попал. Так, это у нас Кольтик. Кольт, собственно, персона, ребят. Он захотел, думать перехитрить меня, да? Нет, Кольт, у тебя ничего не получится. Ничегошеньки не получится у тебя. Так, теперь назад в меню. Угу, давай-ка мы еще откроем с тобой чемоданы. Замечательно, следующий. Так, бустеры, отлично. На Т-34-85 выпадают какие-то снаряды непонятные. Все, да? Получается. Получается, что все. Так, танк апгрейдить можно? Можно. Улучшили. Так. А, ну здесь просто поменять. Ребята, у нас 2400 кристаллов. Так, кто-то мне говорил, я уже не помню. Блин, КВ-2 улучшенный. Может его купить, ребят? Накопить на него и купить, а? 3000 кристаллов он стоит. Вафли, тигр, дреб. Так, его звать дреб. А я его как там называл? Герант. Дреб, конечно. Штейн.
Кто-то говорил, что Штейн неплохой, в принципе, да? Но мне кажется, что надо брать КВ-2 улучшенный. Но нам копить до него еще, ё-моё. Так, а что у нас тут вот? Онлайн. Кто-то говорил, что что-то новенькое открылось. Так, вечерняя атака. Можно купить, ребята. Так, а это скоро появится, да? Так, и здесь скоро. Так, а что же вы сказали, что у нас что-то новенькое? Ребят, онлайн 2 на 2 почему-то еще не открылся. А вы написали, что открылся. Может быть, обновить игру надо? Давай-ка я сейчас гляну. Может быть, действительно нужно обновить? Так, друзья мои, действительно нужно было обновить игру. Я обновил. Есть, смотри-ка, появился онлайн 2 на 2. Ну что, может быть, проверим, как это работает? Просто интересно мне посмотреть. 2 на 2. Кого нам тут дадут? Как это вообще будет? Друг за другом мы, что ли, будем с кем-то? Или как? Так, Дреб впереди. Ну поехали, Дреб. Да ну нафиг. Придется брать все под свой контроль. Так, Кольт. Кольт сюда подъехал, прям вблизи, ребят. Дреб, отойди. Ты мешаешься мне здесь. Так, ставим защиту. Я надеюсь, у него защиты нету. Е! Аполлон. А, такой довольный. Слушай, ребята, это опасно вот так вот играть. Блин, мне лучше в соло на самом деле. Я лучше в соло. Так, подожди-ка, я уже забыла, куда нам там. Так, секундочку. Какой режим-то мы с тобой выбирали тогда? Онлайн 1 на 1, да? Да. Давай уже тогда добьем, наверное, чемоданчик-то этот. Не, 2 на 2 это хорошо, но не сейчас. Вот когда мы проиграем и когда начнем все заново, тогда можно будет поиграть 2 на 2. Тут слишком большие риски. Ты же не знаешь, какой тебе напарничек достанется, верно? Верно. А если какой-нибудь криворукий? Ау, Дреб. Идет ко мне Дреб, ребят. Дреб, куда побежал? Куда побежал, гаденыш, что я такие? Он мельтешит. Тут главное предугадать его, ребята, атаки. Но, в принципе, он уже не жилец. Все. Пока. А игра все равно вылетает, ребят. Все равно вылетает. Никакой рекламы, ничего нету, но просто вылетает. Ладно, как-нибудь мы перетерпим сегодняшнюю серию. Вы этого ничего не увидите, это все будет вырезаться, все эти вылеты. Но если я где-то пропущу, то не обессудьте, ребят. Так, медведь РЖД. Ну-ка, медвежонок, иди сюда. Отлично. Второе попадание. Эх, почти было третье. Не-не-не-не-не-не, куда ты пошел? Твою налево, уходит. Он прицеливается, да? Щупает обстановочку. Но пока он щупает обстановочку, ребят, по-моему, мы его сейчас, да, раскатаем. Что у них за танки такие, я не могу понять. Что он делает? Я вообще не понимаю. Все, крышка тебе. Нет, еще живет. Так, снаряд. Да что ты? Бинго. Вот так бы и давно. Так, ребят, 26 тысяч на кону. 26 тысяч. А там сундучок. Сундучок мой сладенький. Хочу его открыть. Получить кристаллов целую кучу, чтобы нам хватило на КВ-2 улучшенный. Так, ну что? Очередная битва, очередная баталия у нас с тобой. Ну и где ты там? Я тебе не вижу, я тебе не слышу. Так, Кольт. Друзья мои, это Кольт у нас. Так, получил в башню. Еще получил. И добивочный. Все. В легкую. И вот они, 26 тысяч. Отлично. Так, ну теперь моя цель, естественно, сундук. Сундучок мой родной. Я надеюсь, я тебя получу. И дашь ты мне хорошие награды. Смачные даже, не то что хорошие, смачные.
Чтоб там были кристаллы и всякое-всякое-всякое вкусное. Так, Арчи. Против нас, ребята, выступает Арчи. Кто это? Дреб? Дреб, твою налево. Ты прикинь, прицельный взял. То есть у меня... Так, стопэ. Есть у тебя защита, парень? Тогда тебе смертушка. Да, начал он лихо, но все равно профукал мне. Ну, а мы с тобой не унываем. По-прежнему баталию. Слушай, а после сундука там, по-моему, деньги идут, да? А кристаллы когда вообще в следующий раз там? Через сколько поединков? Нам нужно где-то с тобой 200, по-моему, да? Или 300 кристаллов. Ну-ка. Файт. Кто там? Опять дреб. Ну, здесь я, кажется, дреба ушатаю. У нас еще танк, не забывай, прокачанный. До какого? 3-го уровня, если не ошибаюсь. То есть из-за этого мы наносим еще неплохой урон. Так, еще три победы. Кстати, после сундука как раз и будут те самые кристаллы. 900 штук. Вот если мы их с тобой получим сегодня, это будет вообще идеально. Посмотрим на КВ-2 улучшенный. Так, ну что, давай там уже, прогружайся быстрее. Так. Чеч. Чеч какой-то. Или чех. Чех, наверное, да? Опа. Опа. Пошла мазута, ребята, пошла мазута. Он меня уже не передамажит. Все. Все, парень, ты обделался. Пока, чех. Ну, все ближе и ближе к нашей заветной мечте. Вот сейчас вот стали быстрее прогрузки идти в поединке. Вот это вот меня уже радует. Раньше приходилось так долговато ждать. Ты посмотри, что творит. А как он так сразу, интересно, выбрал позицию, оптимальную причем для себя? Кто кого передамажит, что ли, я так понимаю, да? Так, ладно, парень. Чего ты сразу там? Ха-ха-ха. Такой умняга нашелся мне тоже здесь. Так, друзья мои, мне не нравится, что мы... Сосунок. Ты видел, да, что сделал он? Нашел позицию определенную, включил потом броню и начал обстрел по мне. Ну, видимо, он не знал, что у нас тоже есть броня, да? Так бы, конечно, мы сфейлились бы. Однозначно сфейлились бы. Кто там у нас? Челябинец, родной мой. Скучал, скучал, не буду врать. Это какой-то новобранец, у него 0 побед, ребят. Это вообще новичок. Юнец, так скажем. Да? Ну и благодаря этому юнцу мы получаем с тобой ящик. Так, новый танк. Ох ты, ребята. Ну что, давай удваивать тогда все это дело. А помнишь, я как-то задавал вопрос, а можно ли получить еще какой-нибудь новый танк? Да, можно, и мы с тобой получили. Давай посмотрим. А, все? Все, больше у нас ничего нету. Так, друзья мои, ну что, следующая наша цель — получить 900 кристаллов. Ух ты, 1500. Очень заманчиво. Очень-очень-очень заманчиво. Ну, КВ-2 улучшенный будет наш. Он должен быть наш, ребят. Вот жалко, что в этом ящике не было кристаллов. Я бы их хотел умножить тоже, получить. Так, кто там у нас? Кольт, что ли? Кольтушка, ты оборзел? Совсем, что ли, в корень? Нашел позицию. Ну давай посмотрим, кто кого передамажит. Я тебя умоляю. Захотел смыться в последнюю секунду. Ну что, первая победушка за нами есть. Давай продолжать дальше. Пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам. Поехали. Давай, давай, хорош, хорош, хорош тут показывает, как ты стреляешь. Вот. Так, у нас только вот этот бугорок, что ли, получается, больше нету. Поехали. Угу. Открыли счет, продолжили. Отлично. Шикарно идем.
У-у-у, друзья мои. Парнишка-то спекся, по ходу дела. Прям подставляется под снаряды, ребят. Энди минус. Так, продвигаемся. Далее. Такие заслонки еще на глаза. Так, секунду. Опять один бугорок. Твою налево. Смерть с косой. Ох, даже как. Действительно, что ли, смерть? Ты гляди, что творит. Не попадает, правда, ну. А почему он быстрее меня стреляет? Эй! Так, ребята. Я понял. А чё он сразу испугался-то? Да блин! На тебе! Фух! Было опасно. Ты понимаешь, к чему здесь уже все это дело идет? К тому, что противники не просто так, а уже именно с броней, со всякой ерундой. Так что надо быть очень аккуратным. И, естественно, рулит тот, кто начинает открывать счет. Если еще и прицельными, то вообще в топчике. Так, блин, бугорок слишком далеко, далеко. Подъемчик, ребята. Кто там? О, челябинец. Ну, тут можно не волноваться. Тем более, это новичок, у него всего 93 победы. Нет, там даже не 93 победы, а 93 очка, ребят. Все, там... получает по полной программе. Он, наверное, думал, что отсидится там, да? Но не тут-то было. Ну, надеюсь, победушку-то мы с тобой сейчас еще одну одолеем все-таки. Потому что на кону КВ-2 улучшенный. А вот насколько он улучшенный, это мы с тобой проверим. В любом случае, мы с тобой можем вернуться на наш танк Т-34, нам ничего не мешает. Единственное, что КВ-2, он будет не прокачанный первого уровня. Понимаешь, да, о чем я? Кто там? Опять дреб. Ну, иди дреб сюда. Вот то, что у тебя снаряды, конечно, очень такие пугающие, здоровые. Но то, что ты такой неповоротливый, это видно сразу. И башня твоя вот эта вот высокая очень даже хорошо дает мне по тебе попадать. Все, ребята, кристальчики у нас в кармане. Отлично. Ну что, назад в меню. И приобретаем с тобой. Ага, тут еще чемодан у нас есть. Так, денежки. О. Дали нам на Т-34. Так, для челябинца. И опять же для челябинца все. Так, подожди, сколько он стоит, КВ этот? 3000, если я не ошибаюсь, да? Покупаем. Да, ребятушки, взяли мы его. Возьму я, наверное, вот такой вот красный расцвет, мне нравится. Бустер, какой можно взять ему бустер? Наверное, мы возьмем с тобой вот этот вот. Да? Ну что, теперь самое время посмотреть его в действии. Блин, зря я, наверное, взял его на продолжение. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, что хуже не будет. Сейчас надо единственное, что как-то привыкнуть к нему. Надо было, наверное, просто в PvP пойти поиграть. Смотрится, конечно, круто. Смотрится круто. Ой, какой он медлительный. Ты гляди-ка, кто тут против нас. Ну, как сказать, ребят. Блин, я даже не знаю, что сказать, если честно. Мне почему-то кажется, что мой танк... был круче. Хотя, ребята, это возможно из-за того, что нам тоже там, извини меня, кого нам против нас выставили? Вот этого вот, штурм тигра. Дай-ка я вернусь к моему танку. Вот к этому. Так, мы еще можем улучшить. Вау, у нас 4-й уровень, прикинь. 4-й уровень танка. Вот это я понимаю.
Так, следующая награда, по-моему, там будет 1500 кристаллов. Я сейчас посмотрю, прикинь, сейчас за то, что я взял вот этот вот танк, против меня будут выставлять мощных противников. Вот это будет жесть. Это будет жесть тогда. Артем, плейстоп. Кто там, дреб, что ли? Конечно, дреб. Дребушка, иди сюда. Иди сюда, родной мой, дребушка. Да на ты, получи, распишись. Шикарно. Так, 1500. Стоит, не стоит? Нет, ну конечно стоит. Давай попробуем с тобой поиграть уже в компанию. Не онлайн-онлайн, а на полях сражений. На полях сражений, только у нас тут новые карты есть. Вот, например, аркадушку возьмем здесь. Поменяем танк. Возьмем дреб. Ну и посмотрим, как он здесь будет себя вести. На этой аркаде. Погнали. Ну тут он, конечно, хорош. Есть там еще враги, нету? Он такой, он, знаешь, он, как тебе это объяснить, его не кидает, не бросает. Он очень тяжелый танк. В кого-то попал. Так, поехали далее. Такой серьезный танк, дреб. Просто в мясо. Не знаю, как он будет там против боссов бомбашить. Ну, просто в мясо всех сносит. Ты сам все это видишь прекрасно, что он тут творит. Жесть. Он летует, конечно, по-черному. Так, босс. А кто босс? Патун. Ну, с Патуном мы уже с тобой встречались, так что для нас это не новый босецкий. Ой, какой ты Патун, иди отсюда, а. Не смеши меня. Патун. В хлам, просто в хлам, ребят. Так, играть снова. А здесь мы что с тобой? Мы просто, по-моему, зарабатываем монеты, да? Здесь ничего такого нету. Нам надо будет посмотреть еще, там у нас есть пара новых карт. Надо будет глянуть. Да на тебе. Ах ты, гаденыш, ты сморчок. Где там следующий? Ну, не успел даже пикнуть. Да, дреб. Ой, дреб. Этот, конечно, танк, ребята, это просто зверь какой-то. В аркаде это просто зверь. Просто посмотри, что он творит. Тебе все сразу станет ясно. Просто монстр какой-то. Три ствола. Разный радиус полета. Ать, вот это я подставляюсь сам уже, ребят. Это я уже... Так, там еще один. Ага. Ну куда ты там пошел-то? Взорвали. И по хпшкам он такой довольно живучий этот танк. Тут уж ничего не поспоришь. Так, кто там против нас? Так, Штурмаус. Ну, Штурмаус это вообще, ребят, для нас сейчас будет вообще на изи. Во-первых, вот так вот делаем с тобой. И просто с трех стволов по нему. Вот и весь тебе Штурмаус. На изи. Так, ну что, мы тут с тобой заработали сундучок. Отлично, спасибо. Так, аркадушка, да, значит, мы с тобой повоевали здесь. Теперь вот здесь, в пустоши. Давай заглянем в пустоши, посмотрим, что у нас
Кстати, вот эту тоже мы с тобой купим. Вечерняя атака. Поехали. Уж хочется глянуть на эти пустоши. Ух ты, красиво. Мы уже видели, по-моему, да, такую локацию. Пулеметчик там. Понял, вижу. Сейчас ушатаем. Да чтоб тебя. Нижний снаряд достал его все-таки. Ах ты, еще один тут. Когда из трех пушек попадает именно по врагу, все, тут, конечно, шансов на выживание ноль. Особенно вот такие танки, которые с высокой башней. У них вообще шансов мало выжить. Готов. Поехали, поехали. Есть. В мясо. Ну жук, а, ну жук. Притаился там, а, посмотри на него. Минус. Ну, кто там? Так, подожди, подожди. Блин. Не очень удобная была позиция. Отлично. Разобрали. Так, Басяцкий сейчас будет. Кто там у нас бас? Каратель, это кто, кто еще такой? Что за каратель, ребят? А, каратель. Ну, пока каратель. Отлично. Было просто, ребята, идеально. Ну что, давайте мы, наверное, с вами на сегодня закончим игрушечку. Я думаю, что в следующей серии попробуем накопить. Накопить на что? 1500 кристаллов, если мы с тобой зарабатываем. У нас будет доступно вот этот танк Штейн. Вафля. Тигр у нас уже есть. Ну, Дреб, я думаю, не стоит брать. Мы его видели, что он из себя представляет. Тут либо Вафля, либо Штейн. Т-110, мне кажется, ну, так себе танк. Т-35 сказали, что слабенький. Штурм-тигр, мы видели, что он делает. Вот этот вот навесик, который он стреляет, навесная вот эта вот фигня. Полная бредотня. Мой КВшник, конечно, намного лучше. Ну что, ребята, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.